всем привет, меня Александр Сачков, и сегодня мы играем в игру Age of Empires. И сегодня я играю со своим другом, которого вы уже знаете, и короче, понятно, что это медведь. Здорово, медведь, как жизнь? Привет. Вообще, мы сегодня вот с тобой будем играть сегодня в это. Как вообще, как ты представляешь вообще эту игру? Ну, стратегия может. Ну да, это стратегия, это понятно. Короче, сегодня мы поиграем в сетевую игру. Ну, здесь есть сетевая игра, давайте проверим сервера. S-Online. Давай. Или локальная сеть. Сегодня мы на моем... Нормально. Короче, сделаем. На моем сайте Nubus Servers мы сегодня просто протестируем вот такой сервер. Мы это потом его удалим. Давай. Так, проверка. Сервер... Да. Нет. SO. Это что? Ну, короче, ты там, когда соединишься, там, имя и пароль. Да пошел ты. Ладно, да. Здесь мы вводим имя, фамилию. Угу. Да. Если это новая Пытай. Учетная запись, Пытай. То Пытай. Делайте Пытай. Новую учетную запись, но у нас с медведем уже есть это. Короче, патроны, медведь, патроны, тебя как патроны. Вообще бир называть по-английски или вообще медведь? Я не знаю, не понимаю. Ты по рекламу получишь. Так. Ладно. Имя. Пишем. Который у нас есть уже. Вообще, Очко. У меня ник. Жопа. Везде. Дебил. Вот такой. Так. Так. Почему? Да не лезет твой ник. Что-то я неправильно ввел. Потому что ты тупой. Да что ты ржешь? Да блин, я не могу, я сейчас просто прикалываюсь над этим именем. Имя это что? Это логин, да? Ты вообще. Ну конечно. Блин. Так, ладно. Ты все не можешь ввести имя... вообще ничего. Ну, босс. Давайте просто. Вася. Ну, босс, ладно. Пароль. Давай. Там вообще пишется. А, ладно. Там просто я пишется, в ИСО в первый раз захожу, я всегда в локальной сети играл, просто сегодня проверяем. Короче, конечно. Ребят, давайте. Пароль. Вводим свой. У меня, например, пароль вот такой вот. Давай, запомни всем свой пароль. Нажимаем войти. Так. Не ждите. Запомнил. Ошибка входа по учетной записи. 102. Неверное имя учетной записи или пароль. Руки. Вообще непонятно, откуда у тебя. Ты даже нормально пароль не можешь ввести. Ты понимаешь? Нет, видимо, имя правильное, а вот пароль неправильный. Ты правильно настроил вообще игру? Да, нормально сейчас. Ладно, пацан, ладно. Сейчас мы что-нибудь сделаем. Давай. И, в общем, мы все-таки зашли в эту хреновую, я не знаю, тупую, херовую вообще игру. В общем, я зашел, пришлось там что-то изменять конечно, в файлах. И, короче, медведь надо мной ржет сейчас просто. Конечно, это был... Короче, мы зашли в эту в метрополию. Это понятно. Это реально просто. Нам надо создать новую карту, но давайте уже сейчас ее создадим. Вот написано Nubus Server. Первый уровень у меня второй и опыт 5847. Nubus. Ну что? Все-таки пароль неправильный был. Да что ты там ржешь вообще, я не понимаю. Вообще. Итак, друзья, видим то, что я уже назвал свою метрополию. Тупые люди Нубасия. Это название Нубасия. Города. Имя Нубас по-русски. Держава, Нубас, ну, русский, короче. Тип господства. Давайте создаем нашу карту. То есть, смотрите, вот как получается. Вот. Да. У вас должно быть так. Вот. Выбрать метрополию. У нас есть Нубас сервер 1. Это мой обычный, который вот я пытался. Первый... И вот наш это... сервер, аккаунт. Который мы только что создали. Я так, такой. Отмена. В игру. Сейчас сделаем. Короче, вот так как-то начинается наша игра. Мы играем против нашего друга. Это будет прикольно, так как, смотрите, вот он, мы начали, и у нас есть какие-то тетки, которыми мы конечно. Будем играть, я так понял. Так, вот смотрите, у нас есть городская управа, в которой мы можем создать 3 поселенца. И какую-то такую штуку. В общем, сейчас мы все попробуем, все сделаем. Как ты там, как тебе там живется на другой стране карты вообще, медведь? Ну даже не знаю. Играю. Ладно, сейчас продолжим. В общем, ребят, это, наверное, надолго будет. Так что. Ну что такое-то?
Кого нам создать? Так, этого мы не можем создать. Давайте тех, что ли, начитерим хоть кого-то. В общем. Читер, блин. Продолжение, короче, после рекламы, ребята. Вообще. В общем, я их послал рубить деревья, я не знаю, что сейчас будет. Потому что маленькая хотела. Ну ты вообще, когда ты будешь собирать эти? Хотя ладно. Ладно, я сейчас построю. Давайте рубите деревья. Ща. Чем прикольненько я сейчас. Ну бас, да. Парень пошел. Иди сюда. Давай. Куда ты там пошел-то? Как тебе там? Ты куда идешь-то вообще? Или не идешь? Короче, ты вообще где на карте находишься в данный момент? О, кто-то что? Здравствуйте. Не скажу тебе. Так, поселенцы, ребят, нам надо создать. Что мы создадим? Если нам мне пока что не даже нужно. Даже не так. Знаю, что ты можешь что-то создать такое. Так. Один, одно что-то. А, вот это типа опыта, что ли, ты взял там? Или что? Так, что мы можем еще? Нифига мы. Да что ты можешь, блин, вообще? Так, ну короче, ребят, так, нам надо что-то построить. Приказ? Я так понял, ну, наверное. Да, строить. Так, там а строить мы будем, я не знаю даже, что построить. Мельница, ребята, хлеб, не верьте ему, он 5 минут думал, что построить. Построить. Он остановил видео, чтобы потом подумать. Фактория вообще. И стена. Я давно не играл просто в эту игру, поэтому я не знаю, как здесь играть. Да ты ненормальный просто. В общем, просто. Давайте построим, типа того. Строитель. Вот это вот. Давайте. Трое, наверное, они построят вот это вот все, наверное. Так, где у нас там наш Габас? Короче, ребята, да. Вообще. Так, наверное, не хватит. Чего у меня? Ну ладно. Хотелось. Ну, давай, я жду, так, короче. Давайте да, пока что они строят. Где у нас там на нас Нубас? Тут можно вот приблизить. Что-то там сам с собой, блин, болтает у нас этот наш друг. Ты слушай меня, я тут вообще-то для тебя тоже. Учу тебя играть, хотя ты сам в сетевой игре вообще мастер, я так вижу. Конечно. Так, ну короче, смотри, ты вот ты, вот когда вернешься, тебя, так, что я нашел? Короче, смотри, я нашел какого-то крокодила, аллигатора, точнее. Это аллигатор. Страж клада. И какой-то еще клад я нашел, который просто, нет, это не камни, вот. Еще какую-то нашел его с какими-то разбойниками, надо. Да, стрелками. В общем, что мне с ними делать вообще? Вот просто я тебе рассказываю. Ну, не знаю, что мне с ними это? Делать? Я один, вот приказ. Мой Нубас, хоть он какой, кто он там, супер игрок или кто, исследователь? Исследователь. Да, исследователь у нас. Так. Ага. Приказ. Так. Давайте-ка построим нашу. Так. Ты что, еще ничего не построил? Я только вот что? Уже построил уже все. Да, смотри. Да я дофига. Я уже все построил. Я уже построил. У меня уже есть. Острог я только что построил. Рынок. И сейчас уже строю я рынок. Сейчас буду строить. А ты что? Да, у меня еще вот эти парни рубят деревья. Потом посмотришь. Вот эту всю штуку. Как у меня получилось. Конечно. Видео потом посмотришь, как это все строилось. Давай. Ребят, короче, вот. Я сейчас не с тобой разговариваю, короче. Просто слушай. Ребят, ладно. Мы. Вчера, короче, когда тестировали это все дело, когда мы только первый раз вошли, мы снимали на Twitch прямой эфир, ребят. Ну, у тебя, так, короче, ничего не получилось, потому что, так, ну... Так как я админ, даже ведь какие-то способности у меня, да, я так понял? Никакой не делался. Так, у меня нет. Так, премиум. Так, ха-ха, офигеть, сколько у меня бабла здесь. Так, сколько? Ну, неважно, ладно. Так, поменяем, давайте... Просто тут не видно на видео, ну ладно. Просто ты офигеешь. Просто у меня тут реально дофига всякой хрени. Так. Не, давайте я не офигею. Возьмем. Вот это вот возьмем. И у меня тут не хватает, ну ладно. Давайте наберем. Так, все. То есть, ребята, это не читы. И ты не подумай то, что я читер. Просто реально, это даже не админка. Ну, понятно. Так. Когда? Приказ. Так, ну... Когда мы будем там с тобой воевать-то, я так и не понял. Так. Дать команду. Не знаю, давай как-нибудь думай там. Нет, я не хочу этого делать. Короче, что мы вообще будем сейчас делать? Так.
Что мне выбрать? У меня один какой-то... Ладно, я все понял. Так. Я сейчас собираю, короче, армию. Полярники. А где ты вообще находишься? Так. Так, что у нас здесь есть? Так, эти рубят. Здесь у меня что-то делается. Я не знаю, что у тебя там есть. Капкан какой-то получился, да. Капканы. Да, ты поверь, у меня уже есть капкан. У меня есть уже рынок достроенный. Ты не поверишь. Здравствуйте. Так, ладно. А у тебя, видать, ничего не построено еще. Так, ладно. Сейчас домики давайте построим. Строитель. Так. Строитель. Давайте-ка сюда. Строитель. Что ты там делаешь-то? Я сейчас строю... Знаешь, сколько строитель. Домов уже? Я уже построил строитель. Где-то 6 домов сейчас. Строитель. Смотри, зачем? Сейчас. Строитель. А сколько вообще максимальное количество домов можно? Строитель. Вообще. Ну, не знаю. Строитель. А, понятно. Строитель. Так. Строитель. 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 В общем, я тут... Строитель. Уже, как бы... Строитель. Понял? Строитель. Смысл этой игры. Ну, как строитель. Бы, не совсем еще. Строитель. Я, короче, тоже строил. Я строитель. Построил, как я просто... Смысл понятен. Ничего не делаю. Как бы... А, все, все. Короче, смотри, сколько у меня получилось домов, сколько я настроил. У тебя только один? Да? Ну, давай. Офигеть. Смотри, у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 домов у меня. 20 домов можно строить в этой игре. Да я не читак, реально. Да я не прикалываюсь, сам посмотришь потом видео. Я тебе правда говорю, у меня сейчас столько домов. Да я честно. Да мне даже, походу, уже не надо ничего делать. Строитель. Им даже, как бы, просто строить и строить. Сколько у меня? Монет у меня, ну, так, чуть. Несколько, ну, тысяча монет? Просто. Да, у меня тысяча. Просто я, хоть и... Сколько да, тысяч? Деревья просто рубил, но... Как бы, ладно. Какие деревья? Так, что у меня здесь есть? Вообще. Что, я не могу еще никого? А, домов нет. Читер какой-то. Или домов не хватает. 4 вырубай, парень. А, не, я просто не могу сейчас у вас строить, если ничего делать. Да что ты ржешь, я не знаю, зачем я его вообще сюда поставил, построил. Короче, понятно. Так, домики делаются, сейчас придумаю что-нибудь еще, что из этого можно сделать. Зачем нужен рынок вообще? Я, короче, рынок, понятно. Мельница, это типа, чтобы там что-то делать, да? А, хлев, это где... Ну, типа там... Хлеб это где? Овцы, короче, например. Всякие овцы. Корабли... в общем, мне нужно то где стрелять вообще. Где армию это собирать. Это островка или покажи фактория. Мне. Так, ладно. Должна быть. Что-то здесь ничего нет. Неровно. А что здесь неровно? Я не могу поставить дом. Почему? Какой? Смотри, какой. Слушай. А как? Как это поставить? Я не понимаю. Ну, я не знаю, а, строк это же... Стоп. Фактория... А, не, нужно с индейцами. Я понял, все. Фактория это в племя ставишь, там, короче, так, чтобы мне нужно кто-то, чтобы кто-то убивал кого-то. Это кто? Кто-то, сейчас. Чтобы убивал кого-то. Что из этого кого-то может убить? Например. Так, здесь у меня юниты, здесь кто? Никого. Так, здесь кто? Это домики, все. Все это дело домики, ну, да? Что там? Чё, построил там, что нет? Еще. Так, я домики пока что строю. Я эти... начитерю. Точнее, я ошибся, не начитерю, да я имею в виду просто. Да ты постоянно читеришь, ты не понимаешь просто. Короче... А ничего то, что я до второй уже дойду, не? В эпоху. Я не знаю, как у меня. У меня мало денег. У меня вот... Тут 800 мяса просто нужно. Да? Ну да, в первую вот это, чтобы... Просто у меня мяса сейчас дофига. У меня просто мяса сейчас 3 косаря. Откуда? Кого ты реально читак? Два поселенца или 4 коровы. Что, я взял 4 коровы. Так. Это нереально. Я не знаю вообще, что происходит сейчас. Я не понимаю. Это у меня сейчас
3 косаря монет. У меня 500 дерева и немного мяса. 2 косаря осталось. Откуда ты это делаешь? У тебя же поселенцы там, ну... Я не знаю, сколько... Откуда у меня столько мяса? Я тебе говорю, я давно не играл в эту игру. У меня нет... Зачем мне на нее 4 делать? Как мы вчера поиграли с тобой в эту игру. Понимаешь? После этого я вообще не знаю, ничего не делал. Может, это дело в админке? Может, как-то это надо сделать? Это дело не в админке, это просто читать. Слушай, я сам не знаю. Я не знаю, у меня сейчас в очереди натуралист стоит. Вообще. Да что ты мне нес? Докажи. Так. Чем докажешь? Так. У меня собака появилась. Слушай, что делать? Какая? У меня спайк собака. Что с ней делать? Готов. Откуда ты взялся? Слушай, я иду к тебе. Я иду нубасом к тебе. Точнее, нет, не иду пока что. Да. Я клад пособираю, меня прикалывает просто он. Я просто проверю, как вообще. Может ли один этот убить кого-то? Ну, давай. Персонаж. Ну просто место какое-то вообще. Я тебя жду. Не знаю, неприкольное. Смотри, там еще какие-то парни, вот. Не знаю, какие-то эти. Мушкетеры, что ли? Такую! Аллигатора надо убить. Давай, я сейчас убиваю аллигатора. Я что-то залагал. Ну, короче, ты это довез до меня, ты еще, короче, поймешь. Все, убил ее. Сейчас... Правильно. Я такую армию уже собрал. Давай, я собираю. Короче, смотри, я собрал. Из этой древесины выйдет так. Неплохой нет, плод. На нем вы сможете вернуться в старый свет. Будет сделано. А ты типа Фридрих Великий, да? Да? Это. А почему ты не выбрал свой ник? Я другой. Я не понимаю. Это вообще это, как. Это какой не прикол? Я, это другой. Это зачем что-то другое. Ты это сделал. В общем, ладно, важно. Тут. Ла, у меня две есть. Ладно, давай-ка вот это. Блин. Да что ты там делаешь? Это же нереально. Ты понимаешь? Что у меня там еще есть? Убиваете их или как? Что? Кого? Давай-ка. Да. Проверю, что это такое. Оу, я его убил, походу. Я не знаю, что происходит. Я не понимаю, что происходит. Честно, я тебе говорю. А кого ты убиваешь? Моего парня мочит просто вот этого главного, который в шапке такой интересный. Мне бежать от них? Да, будет сделано. Я бегу от них. Они меня стреляют, они меня сейчас убьют просто. А что делать дальше просто? Я ранен, о, все. Могу идти. Я его, короче, убили. Я не знаю, что мне делать дальше. Твоего нубаса убили? У меня столько дофига домов. Ладно, когда ты... Он респавнится. Что, серьезно? Александр Гумбольд. Зачем ты такой ник сделал? Откуда? Это же не прикольно. Откуда? Че ты там. Зачем ты ходишь? Офигеть! Я не знаю, откуда у меня столько домов. Мы тебя мочим. Это как? Мои парни тебя мочат. Твоего этого. Давайте все коровки. Мочите его. Давай. Коровы, мочите этого. Зачем ты такой ник сделал, я не понимаю. Красота, я не знаю, откуда у меня столько домов. Давайте мочите. Смотри, собаки все пошли за тобой. Куда ты убегаешь-то? Да столько, блин, вообще ты читать вообще. Мы тебя догоняем, слушай. Нет, все, мы остановились. Наши ребята остановились. Мы уходим. Я не понимаю. Слушай, а где ты там был вообще? Я не понимаю. Да я вообще дошел. Просто я тебе не могу сказать. Так. Я не знаю, откуда у меня столько домов. У меня мало монет сейчас, в данный момент. Так, да что у меня? О, я могу каких-то стрельцов взять и каких-то мушкетеров. Что мне брать из этого? Ну, бери кого-нибудь. Давайте я наберу хоть что-нибудь. Не пофигу. Потому что... Ладно. Ты потому что читать, ты все можешь взять. Так. У нас? Я просто не понимаю, у меня... Или жилья не... Нет, у меня есть. Почему нет? Почему я не могу взять? Я упал твоего города, кстати, если не знаю. Хотя ладно.
Опять ты? А зачем? Опять ты? Он опять проходит, смотрите. Зачем ты опять проходишь? Да, просто так. Это вообще какой прикол? Посмотри, как ты на четвертом. Я не понимаю. Чувак, откуда у тебя? Зачем ты? Как ты вообще прошел там вообще? На тебя разбойники не напали? Всякие там медведи, я не знаю, кто же еще. Нет. Там дофига кто был. Ладно, это ты пошел, не, ладно. На тебя никто не нападает. У меня дофига теперь. Просто ты читер. Вообще, игроков, которые я могу пользоваться. Вообще, так, надо быть таким какие-то читером. Улучшения доступны, я их. Слушай, так сейчас нельзя. Попробую. Так, и третий я сразу. Я тебя убежал, короче. Я разведчика беру, ладно? И спасибо, что заплатил мой выкуп. И своего парня я выкупил, ладно? Она будет сделана. Представь, я круче тебя играю в эту игру теперь. Так, когда-то ты меня вчера учил, как в нее играть. На самом деле я в нее уже играл. Так, потому что давно я в неё играл. Ты без читания, ты без читания умеешь играть просто. Так, мне нужно обменять... вот так вот сделаю, потому что... Ну и что? Интересно, сколько у меня хватит мяса? Ладно. Да это офигенное. Вот так. Ну, может, нет. Ну ладно. Пусть будет так. Это потому что прикольно. Ты не поверишь, но у меня сейчас дофигища монет. Да ты читер, да просто, я не читак, ты реально. Ты читерил. Я тебе отвечаю, я не читак. Это, говорю, админка просто неправильная какая-то. Ну да, ну смотри, вот у меня мяса отсюда мало, у меня... Вот, 503 мяса. 503. Ну, допустим, а что? Нет, у меня вот мало у меня их мало. Понимаешь? У меня... бревен, у меня 276. Бревен. И что? И монет у меня... 766. Да. Да что ты врешь? Да, я не вру, честно говорю. Да ты реально врёшь, ну ты... А что дальше делать? Вот смотри, у меня вот, например, я себе взял, смотри, сколько коров, у меня готов, здесь какие-то готов парни, ополченцы какие-то. Будет, да, будет сделано. Вообще, что мне ну делать что дальше с ними? Собирай армию, иди на меня, я тебя приказ жду. Что? Я понял. А, поселенцев не трогать, да, я так понял? Здравствуйте. Поселенцы будет должны сделано ягоды собирать, я так понял, да? Готово. Сделаю. А и ягоды вообще-то как? Деревья, приказ? Просто я играл в какую-то игру, типа вот этой. Попасть вот онлайн. Там были какие-то китайцы, короче, это. Ну, я играл в эту версию игры уже. Давно очень, но играл. Готов. Короче, ну, да, правильно. Будет сделано. Да, да. А зачем ты это сделал, я не понимаю. Что? Просто смысла. Готов. Смысла готов ник твоего. Просто так, ладно, я выбрал. Просто, какой... Так. Нет смысла. Можно еще что-нибудь взять там? Нет? Просто смотри, о, вот еще у меня что-то добавилось. Что я теперь могу? Да я возьму 4 ты казака. 4 казака это что вообще? Это очень даже круто. Конечно, это круто, но это уже понятно, что это круто. Так. Да. У меня сейчас очередь, у меня идет разведчик. Да я понял. Да, я знаю, ты даже что? Сам до второго еще не дошел. Я конечно понял. Так. Я, конечно, нафига уже что построил. А я уже могу идти на тебя воевать, нет? Не могу. Когда захочешь, тогда иди. Все равно я тебя выиграю. Ладно. Так. Ребят, мы уже снимаем 23 минуты, и мы продолжаем. У меня есть так еще... О, вот эти вот... Ты можешь... Приказ? Еще у меня есть. Да, будет правильно. Идет, да? Точнее, не лучники, а нет, поселенцы не надо, поселенцы не надо. Что? Сделаю. Будет, сделаю. У меня, короче, 10 поселенцев. А вообще, как они почему... Готов. Посмотри, у меня почему-то они застряли да в одном месте. Потому правильно что ты что мне с этим делать? Да. У меня они просто стоят правильно на одном месте. Перезайди. Не, будет сделано. Они да все вышли, все. Правильно. Не вышли. Будет сделано. Приказ? Что? Все, я дошел до третьей будет части. Сделано. Упс. Ну ладно. Ну что? Ну я, сделаю короче, все построил, я просто все готово. Ой, нет. Сделаю. Да. Я, короче, к тебе. Они все идут теперь куда-то, я не знаю, нет. Они не к тебе идут, они просто куда-то ходят. Сделаю, да. Сейчас. Будет сделано. Я не понимаю. Да не пофиг, я тебя все равно выиграю. Хоть ты считай, хоть нет, все равно у меня армия. А, вот у меня какие-то арбалетчики появились. Ну и что? Что мне делать с ними? Вот,
улучшения какие-то есть. Читак. И еще какая-то штука, я не понимаю. Ну, бери ее. Что мне с этим делать? Вот. Да я не читак реально, я тебе говорю. Я не знаю, я еще даже тебя не... О! Ну, ты, зачем ты вот... Смотри. Я тебе шел. Атакую! Смотри, я тебе сейчас... Ну, блин! Да стой, не стреляй! Я реально тебе говорю, я тебе сейчас... Офигеть, кого у тебя дофига вот даже этих хрени. Тебя из дома уже стреляют. Офигеть. Смотри, ты не обойдешь меня. Я так домов-то оставил, блин, то, что это как стена у меня. Просто. Получается, что... Мои... Ты не стреляй, ты как бы не обойдешь. Че ты стреляешь? Ну все, ты зашел. Он сделал mich nicht bewegen, правильно? Зашел в мою эту штуку. Что такое? Я, короче, тебя убил. Блин. Ладно, смотри, вот что мне дальше делать, смотри. Вот, как мне выйти дальше? Будет сделано. Что? Вот поселенца куда можно кинуть? У меня. Я кинул поселенца, чтобы он шел. Строить что-то. Точнее, не строить, а он просто стоит сейчас на месте. Точнее, идет на какое-то место. Вот у меня просто армия сейчас просто реальная. Так, давайте. Да, конечно, одного. А вот сейчас реально я что-то начал строить. Я даже не просто там. Так, ну за тобой, наверное, твои не вернутся, я так понял, да? А, ты строишь армию, понятно. Так, у меня сейчас просто мои вот сейчас. Пытается что-то сделать. Так. Да, что-то пытается твоё. Они запутались, короче, в доме проходим. Да, я тоже там запутался. Что? Немного. Да, сделаю. Вот смотри, а вот... Как мне построить что-то? Здравствуйте. Вот, например, смотри, я хочу построить себе, например, вот... Где пушки, чтобы были там, стрелялись? Это что, это арсенал? Строитель. Или что? Нет, это тебе нужно специально такая штука понятно. Есть. Я понял. Ну, который, чтобы строился. Так, вот смотри, у меня еще вот есть арбалетчики, ветераны. Да. Вот что и мне что? С ними делать? Готов. У меня есть ополченцы какие-то. Сделаю. Здравствуйте. Да. За тобой не вернуться, походу, смотри, ты там валяешься еще. Ну конечно, готов. Я собираюсь это надо. Я просто сейчас деревья делаю. Нифига у меня их много. А так и должно быть у меня их так много вообще. Или как? Не знаю. Они сейчас просто что? Ходят вот как-то непонятно. Сделано. Да мне все равно. У меня просто еще парни какие-то вот здесь есть, я не понимаю. Переходя к следующей так, эпохе, готов. Вы просто-напросто проматываете так. свои ресурсы. Твой какой-то парень мне что-то сказал. Я не понимаю. Тебе пришлось отсюда, да? Мы просто сейчас это куда-то я? Идем. Я не понимаю. Куда? Атакую! Мы атакуем что-то. Приказ. Я вот не понимаю, что мы атакуем. Мы опять ну, к этим разбойникам идем, которые меня убили. Я просто выкупил своего этого игрока. Главного. А ты своего почему не выкупаешь? Потому что у тебя есть нет, монет. Нет, ладно. Короче, мы их убили. Ну как убили? Ну да, можно считать то, что мы их убили. Атакую! Нет, мы их еще не убили, подожди. Так. Какое-то у нас есть еще такая штука интересная. Готов. Так. Я не понимаю, как вообще это происходит все. Но у меня дофига всего теперь открыто почему-то. Да. Что мне с этим делать? Я даже не знаю. Ты просто готов. То есть мне отправить кого строить куда? Я не понимаю. Да вот, например, у меня открылась какая-то штука с пехотой. А вот что мне с ней делать? Пехота вот я купил типа... какой-то арсенал, там, да, в который открыта пехота. Это что? Ну, это там... Так, например, я сейчас... Армии. Понятно. У меня просто... мяса сейчас не хватает, чтобы открыть пятую штуку. Я знаю то, что ты знаешь, то, что у меня все открыто.
Я не знаю почему, это просто надо как-то исправить. Заключите. По-другому так, давайте. Ты мне настроил админку до ВИПа. Правильно. Они все здесь будут, ладно? У меня мои парни. Так, ладно, вот эти вот. Здравствуйте. Эти мужика пусть здесь где-нибудь стоят. Вот смотри, вот. Что? Готов. Вот парни, мне вот сейчас... Будет, сделаю. Какие? Они тоже сейчас, наверное, выйдут. А вот эти вот три парня будут тебя охранять, я так понимаю. Так. Ну, вот смотри, а, вот мне вообще как обнять? Сейчас... Так, на твоей карте вот у твоего города. А, мне нужно что мясо. Ты делаешь? Да, мне нужно мясо, я теперь хочу мясо себе. Мясо а и древесины, да? Немного. Чтобы была у меня древесина, и было все у меня круто. Так. А, ну, это 4000. Так. Ладно, я сейчас что-нибудь приказ. Что-нибудь придумаю, подожди. С этой... Ну давай. Я что-нибудь сделаю сейчас, подожди. Просто. Окей. Так. Все, у меня все есть, сейчас я открою. Вот это вот президента. Он у меня последний, видать, да? Эль президенте. У меня какой-то открывается. Это 5-й уровень у меня, как я понял. Я не знаю, слушай, что. Слушай, даже второй еще не открыл. Это улучшение. Я не понимаю, мы просто не доделали, наверное, сервер, у меня, я не знаю, как это делается, но у меня, не знаю даже, что сейчас происходит. Мы просто не доделали просто там сейчас, систему, все эти штуки. У меня сейчас 521 монета одна, и мяса немного, ну и древесины тоже. Так, да, как-то у меня есть уже как бы маленькая армия. А у меня где ты сейчас вообще находишься? Вот сейчас уже 30 минут, как мы снимаем. Да, у себя на базе. Ну, считай, 35 скоро будет. Ну, точнее, не скоро, но точнее, да. Так сказать. Так, даже не знаю, что мне открыть теперь. Я тебя как бы жду уже. Жду так. Твою армию. Мы не доделали просто игру, армия, почему-то да? У меня выбилось дофигенное. Потому что мои сейчас вот эти вот поселенцы, они какую-то что? Мне древесину собирают какую-то непонятную. Зачем она? А еще мы делаем стену сейчас. Из бревен. Бревенчатая такая стена, знаешь? Мы сейчас делаем из нее такую вот интересную стеночку. Да. Смотри, мы сейчас стену делаем. А вот что за вот это вот какие-то парни? Что? Я не понимаю. А, то есть здесь надо поставить мне эту штуку. Так, где он? Бас. Здравствуйте. Я занимаюсь. Готов. Ну, я как бы самое главное понял. Приказ. Что? Так, вот приказ. Он. Приказ. Вот он. Вот сделано. Ну я лучше все построю. Сейчас построю. Так, они построили у меня стену, а дальше что? Я вот просто я не знаю, я тебе говорю. Я вчера играл, я тоже не понимал, кто смотрел на Твиче. На Твиче все было показано, как я играл. Приказ. Конечно. Готов. Я просто не могу подключиться. Ну не считай меня. Я не знаю, где стеночку поставить. Я давайте поставлю где-нибудь стеночку. Давайте здесь. Ребят, я открыл какой-то вход, он открылся. Так. Игру, мы, короче, и теперь у меня что-то добавилось. Ну бас, он все расскажет. Ну бас. Здравствуйте. У меня какие-то мужики, ну, теперь я что-то должен поставить. Моему городу. Да. Построить. Да, делай что-нибудь. Что я могу построить? Я просто не понимаю. Как, я могу плантацию какую-то что-нибудь построить. Я могу... Факторию у меня есть уже. Да, у меня ну, реально все конечно, есть. Читер. Так. У меня какой-то Чероки открылся. Это ваши способности так очевидны. Я тебя послал сообщение. Я не представляю, что? Как вы сможете обратить их к себе на пользу. Готов. Я не знаю, зачем что? Ты мне сейчас правильно это послал. Не знаю, просто так. Так, а где вот это вот, вот это открытие? Потому что, как бы, мне сейчас реально нечего делать. Давай, открывай факторию. Я сейчас просто дошел до каких-то индейцев, и типа, и они какую-то факторию мне просят. Так, вот смотри, я сейчас зайду, у меня просто здесь строится кое-что. Вот ты где, когда ты будешь ходить, тебе нечем ходить, ты же здесь валяешься, здесь у нас.
Да, тут валяется. У меня маленькая. Около домов. Зачем ты туда вообще пошел? Да, было интересно. Очень интересно было, как же там я играю. Давай, ладно, посмотрим. Да, интересно. Так, у меня есть еще одни какие-то индейцы. Тоже какие-то, которые коноплю какую-то, или что они там делают, я не знаю, что они делают. Какие-то марихуана, что ли, не знаю, выращивают. Так. Короче, наркоманы какие-то. Так. И все, у меня какие-то есть камушки, которые они ломают сейчас. Поселенцы. А вот что мне вообще с этим делать? У меня строят теперь вот эту вот штуку. Так. Так, что он вообще может делать дальше? Так. Ну, ты, главное, все построил? Или как? То есть, как вообще это делается? Ну, я не знаю. Так. Ну, я сейчас попробую, ладно. Так. Давай. Вот он когда построит, да? Вот когда он построит вот эту вот непонятную штуку, которая у меня сейчас строится, да. Я не понимаю, что мне дальше делать просто. Вот у меня есть... Построй что-нибудь еще. Вот я могу какую-то штуку построить интересную. Я ее построю у стеночки, строитель. Ладно? Так. А еще... нет, у меня больше ничего нету. Так. Я не могу ничего построить. Слушай, закончилась моя, блин. Читерские. Просто я не понимаю, как дальше играть-то. Приказ. Вот, например, ну, я построил какую-то штуку здесь. Что дальше делать здесь? Я не понимаю. Домики есть, все у меня есть, ну, просто. Не знаю. Вот я не понимаю. А как построить. Ладно, здесь у меня есть, ладно. Давайте сходим. Готов! Короче, всё. Готов. Давайте пойдем в поход. Когда у вас так, так, ладно. Так, окей, сейчас все сделаем. В общем, ребят. Делаю. Так, где у нас наши ребята, которые здесь ходят? Так, мы, в общем, открываем что-то сейчас. Я не знаю, что мы открываем. Что? Так. Здесь у меня больше ничего нету. Я ничего улучшить не могу, потому что нет монеток. Хотя на самом деле монетки есть, но я не знаю. Давайте что-нибудь попробуем сейчас, что-нибудь сделать. Готов! Вот смотри, я выбрал тут еще какие-то индейцы. Я нашел, но тебя не видно. Где ты? Ну, на, на той конце карты. Будет сделано. Мы просто сейчас пройдемся, посмотрим вообще, где ты находишься сейчас. Видать, если ты сзада бежал. Ну как сзада? Да. Ну, в общем, ты оттуда бежал. Это откуда ты бежал? Не скажешь? Нет. Ладно. Сам догадаюсь как-нибудь. Просто у меня сейчас реально... у меня несколько лошадок просто. Ну, у меня 5 лошадок. Несколько вот этих вот мушкетеров и... Одна какая-то... то ли пушка какая-то. Ну, короче, полевое орудие одно есть. Одно, ну, да. Конечно, читерское, блин. Я не знаю, я просто открыл как-то случайно. Что еще можно сказать? У меня сейчас ничего нет, у меня мало всего. У меня мяса почти что нет. У меня 100 мяса, древесины 300. И еще у меня есть... так. А еще у меня есть вот монетки. Но как бы монетки у меня сейчас... Что? Я не понимаю с монетками. У меня вот написано, ну, да. 500 монеток у меня сейчас. Ну там, с копейками еще. О, что, в общем, что с этим делать, я не понимаю. Вот. Я тебя увидел, слышь, ты. Хотя ладно, я разберусь сейчас. Я даже не знаю, вот, у меня 500 монеток. О, я нашел, я нашел тебя, слушай. У меня одни поселенцы. Слушай, все, тебе конец. Не нашли меня, я нашел тебя, слушай. Да, бой! Зачем пошли в бой, ты видишь вообще меня, нет? Нет? Да. Да, это реально сейчас будет ржачно, потому что уже почти что конец видео, мы хотели тебе просто показать. Да,
Но ты же меня все равно не победишь. Смотри, у тебя все еще деревянное, а у меня уже все как бы. Ну конечно, читер. Ты читер просто. Ладно, давай. Зачем ты мою мельницу ломаешь? Давай-ка. Ты ненормальный. А что, у тебя нет бойцов что ли никаких больше? Ты ненормальный. У меня армии нет, у меня армии нет. То есть я тебя так выиграю без проблем вообще, нет? Да блин. Да, вода. Да. Не ломай. Есть, пушка есть. Бой. Так. Не ломай, зараз крутал. Ломай, давай. Так. Да блин. Да, вода. Так, я сейчас стреляю просто. Вот. Я не знаю, что же я убью. Нифига ты армия вообще. Да, вода. Я просто не понимаю, вот сейчас ты... Что на меня ругаешься? Ты я не знаю, как это даже сейчас происходит. Я не понимаю, я им как-то управляю, я не понимаю как. Расскажи мне поподробнее, как вообще это все происходит. Не знаю. Я домики твои поломал. Я домики поломал, а что дальше делать? Городская управа сразу ее ломать, потому что у тебя больше походу ничего нет. Конечно. Точнее, я здесь нифига не увидел. Что делать? Вообще. Все, да? То есть можно ломать, давай. Тогда мы сломаем последний домик, ладно? Ничего, ладно. Не обижайся. Ну давай. Да. Давай, давай, стреляй. Ой. Типа ты со своим поселением. Ты что строишь? Я зачем знаю, ты строишь? Да. Какой смысл строить сейчас? Да, да. Вообще. Не знаю, хоть что-то пытаюсь сделать. Мы выиграли. Понимаешь? Да, блин. Я не умею играть, и мы выиграли, понимаешь? Ну, короче, ты все. Ну. Я не читак, как я мог на читерить? Ты модератор, ты бы тогда увидел, если бы я в консоль прописывал читы какие-нибудь. Да. Я прописал какие-нибудь читы, не было читов никаких. Это значит глюк. У меня реально сейчас мало всего. Я тебе честно говорю. Все, мы вроде победили. Офигенно. Все. У тебя ни хрена нет. Все, ты полностью. Я не знаю даже где. Здесь какие-то мужики просто. Пошли уже. На тебя даже убить невозможно, просто. Просто все сейчас мочим. Да, в атаку! Всяк мочим каких-нибудь. Найдем, пацан. Моя армия так. Побеждена. Все, о, спасибо, я братан. Я готов капитулировать. Конечно. Я не знаю, что выбрать, ну, да все? Или нет. Потому что... А, ну так ты все равно проиграл. Все, вот ты выходишь, да? Ну все, тогда ну, мы все, победили, давайте, мы можем что-то победим. Выбрать, да? Я так понял. Так, а ну, что я могу... Есть. Все, что захочу? Ну, это все. Вот что у меня открыто, у меня все открыто. Конечно, ладно. Ты читер. Так. Читер. Что ты мне читер. Дальше делать? Смотри, вот мы прошли, у тебя осталась какая-то тетка. И ты все. Сломал, то есть ты проиграл. Тут, нет, тут еще тетки. А, весь мир открылся. Смотри. Ну конечно, ты же победил. Ну у тебя нифига, короче, не было. Здесь. Ну, общем, я же поселился делал. В общем, говори всем пока, медведь. Короче, всем спасибо общем, за просмотр. Да. С вами был я, Александр Сачков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. И на канал Медведя. Всем, конечно. В общем, пишите комментарии на мое видео, которое выйдет сегодня. На моем канале. Там комментируйте и не забывайте про розыгрыши в группе Нубаса. И, короче, там будет все разыгрывать медведь, так как он проиграл в битве, и он будет разыгрывать что-нибудь из CSGO, какое-нибудь оружие. Мы там разберемся в группе, мы просто сейчас разбираться не будем, да? Окей. Ну просто. Ладно, все это понятно. В общем, если вам понравилось это видео, напишите в группе ВКонтакте, добавляйте меня ВКонтакте, ID 53554463, и, пожалуйста, добавьте Медведя, его ID я точно не помню, но у него 159-93-21-3, я не, я 30 какой-то, я не помню, правда.
Ладно. Ну, в общем, спасибо. Ребят, добавляйтесь, все будет. Также заходите на сайт Nubas, usite.pro, там всякие интересные конкурсы тоже есть. Короче, играйте. Также заходите на Nubas Cases, открывайте в Facebook кейсы, заходите на этот тест. Нет, на этот сервер вы не зайдете, мы его сейчас отключим. В общем, отключим сервер сейчас. Медведь, вообще тебе понравилась сегодняшняя игра, которую мы поиграли? Ну, вообще да. Мне как бы понравилось, было интересно. Передавай, передавай всем привет. Да. Всем привет, передаю, в общем. В общем, с вами был Ион. Он, короче, добавляйтесь к нему в друзья. И ко мне в друзья. Подписчиков никого не оставляю. Ну, он, конечно, оставляет, но про меня нет. Ну, в общем, нет, я тоже всем вам пока.